Громкий снаружи, мощный внутри, яркий смартфон High Screen Boost 3. Сила в музыке. Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Ведь это только в России 2 недели могут искать пропавшего губернатора, который ушел в запой. Только в России пьяный следователь может сломать ногу прохожему в центре Москвы. Ведь только в России церковь может запретить чипсы. Все еще считаете, что мы живем в самой лучшей стране? Тогда добро пожаловать на 10 вещей, которые могут произойти только в России, которые явно случались с каждым из вас. Только в России, когда вы гуляете по улице, можно встретить медведя в ушанке с бутылкой водки и балалайкой, распевающим частушки о президенте. Ну, конечно, это шутка, частушки медведи петь не умеют. Но медведя на улице вы можете встретить часто, и не только в Сибири, но и в больших городах. Пока весь мир тренирует своих солдат для ведения боя в обычных условиях, в России уже созданы космические войска. Одним словом, стоит надеяться, что скоро грядут звездные войны, но как обычно, космические войска всего-навсего предназначены для обычных вещей, с космосом имеет мало чего общего. Когда иностранный турист возвращается домой из поездки в Россию, то вместе с сувенирами он привозит с собой настоящий багаж знаний в виде могучего русского мата. Порой даже не понимая значения слова «иностранцы», повторяет матерные слова. Только русские в своем большинстве хотят уехать из страны, жалуясь на условия жизни. Но когда кто-то из знакомых действительно уезжает, все становятся патриотами и утверждают, что из страны ни ногой. Такой патриотизм может быть только у нас. В России, к тому же, живут одни из самых добрых людей на планете. Думаю, вы и сами сталкивались с проявлением русской доброты. Но только в России вам могут помочь и при этом обругать, как только можно. Такая доброта может быть только здесь. Когда вы едете на работу, вы можете встретить танк, который выехал на встречную полосу, снеся пару машин и разбив рекламный баннер. Только вот жалко, увидеть вы это можете только в России. Помимо красоты женщин, Россия также славится силой этих женщин, которые в горящую избу войдут и коня на скаку остановят, и тяжелое бревно до дома дотащат, да и утренний автобус подтолкнут по пути на работу. Самые сильные женщины живут только здесь. Эволюцию дизайнерской мысли вы также найдете только в России. Например, не согласовать план здания, отчего дверь будет на 2-метровом расстоянии от лестницы. Или построить здание вокруг фонарного столба. Такое может произойти только в нашей стране. Только в России предлагают абсурдные законы, например, продавать алкоголь с 21 года, когда жениться можно с 18. Или запрет на произношение слова «доллар» депутатами и журналистами. В общем, в России не только абсурдные законы, но и депутаты, их принявшие. Ну вот что действительно круто, это понятие смекалки, которое в Россию вывели на новый уровень. Сделать ложку из вилки и пластикового стаканчика, электроплиту из утюга, использовать дрель в качестве двигателя для мясорубки. Эти проявления смекалки можно встретить только у наших граждан. Сегодняшнее видео я наполнил кучей стереотипов. Безусловно, большинство из них просто надуманы, а может и нет. Давайте-ка посмотрим, насколько вы активные граждане своего государства. Если вы считаете, что большинство, о чем я рассказал, сегодня неправда, ставьте лайки под этим видео на YouTube. Если же вы считаете, что я описал реальную картину мира в нашей стране, ставьте дизлайк. Запомнили? Делайте свой выбор. И эти статистические данные мы отправим в Кремль. На этом все.